Частота катера 2 МГц ровно, ну, может, чуть больше. 2,1 МГц. Потому что деление 0,5 микросекунд клеткой ровно в одну клетку от верхнего пика до верхнего пика. Все питается 12 вольт от этого блока питания. Вот его плюс идет, вот его минус. Синий минус, красный плюс. А конденсатор 2 микрофарад сглаживающий. Там на катер питания идет. Транзистор КТ-805. Между минусами базы 550 Ом резистор. А в базу идет примерно 5 кОм резистор от плюса. Но с катчером еще хуже горит. Я катчер отключу немножечко ярче, может горит. Вот земля подключена вот тут на конденсатор резонансный. Если отключить, то будет ярче гореть тоже. Но зато, когда тут подключено, тогда вот эта лампа ярче горит. Тут первичка не 6 витков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вроде бы. Вот тут и которые пускаются через катушку, тоже больше витков имеет. Для резонанса 3 витка. Вот эта катушка вот этого красного 25 метров. 2,5 миллиметра квадратных. И потом тут не хватило, тут еще домотанного провода, не знаю, может, какие 5 метров. Тонким проводом. Так всего 30 метров примерно. Может, 5 на жене будет, 27 метров всего где-то. Съемная катушка. Индуктор бифилярный 2,5 миллиметра квадратных. Вот тут тоже 2,5 миллиметра квадратных. Но тут изоляция толще, поэтому он толще, чем индуктор. Индуктор 10 метров ровно. Резонансный конденсатор 1,5 микрофарад. Тут два транзистора качает. ТЛ-494 генератор. Вот частоту порегулирую. Слышен, может, звук. Как бы это ничего не меняет, по сути. Самую яркость настрою. Тут где резонанс. Вот тут земля идет. Вот идет. Потом идет на эту вот катушку намотанную. Не знаю, сколько тут метров, может, 10-15. Потом вот этот центральному отоплению 5 метров идет. Думаю, там хорошо закручено. На первом этаже я. Вот не отцеплю, тут никаких искр нет, серьезно. Теплая, нормально холодная, можно сказать. Вот тут между транзистором 2 кОм, между затворами и минусом стоит 2 кОм резистор.
А в затвор тут где-то тут 220 Ом резистор идет от L494 и все. И ему хватает, чтобы он работал. Примерно у этого. Так, там еще стабилитрон стоит, но это мне нужен только для смеха. Он-то. А тут вот между затвором и минусом стоит 220 Ом еще резистор. Потом еще 5 кОм. Вот тоже работает. Вот, его отключаю немножко ярче лампы. Что может он тут и не нужен. А вот тут 5 кОм. И вот тут затвор идет где-то. Тоже где-то 100 Ом резистор. 150 может вместе с этим. Этот 100 Ом примерно, или 90 Ом, это где-то 10 Ом может, не помню точно, 40. А вот это вот 10-20 Ом. Вот этого всего хватает. Вот Тел пытается от того самого напряжения, 11 вольт, 7 ватт, им хватает, чтобы в таком частоте все раскачивалось. Если тут вот эти обмотки, которые идут, поменять местами, тогда вроде бы хуже. Конец катушки идет, этот верхний, внешний, вот на эту мотку, которая там 56 должна быть витков, у меня тут больше много. И другой конец вот идет внутренний на лампы. А другой конец ламп идет на землю. И вот на этот конец другой. Этой мотки, которая там 28 витков должна быть. Эти две мотки, наверное, ясно. Качают. Этими транзисторами качаются. Эта вся часть не используется, только вот этот генератор L494 там тоже не используется, там для другого тел надо делать, там осталось всяких насунет соло. Все работает, но все нет, потому что вот качер отключу, смотрим на питание, на лампу, вот лампа горела, так горит немножко ярче, теперь качер.
нефтепровод, интернет кабели. Тут всякие резисторы и конденсаторы держу, чтобы настраивать этим генератор. Этот резистор, например, у меня скважинность регулирует потенциометр. Вот, кручу, слабее горит. Можно так качер подключить, что будет. Подключай, немножко притухает. Это чистота. Это 10 кило, это 10 кило. Почему-то тут вопросинание такое идет на этой частоте, а потом вспышка. Амперметр убрал тут, ногу убрал, тут убрал, тут убрал трансформатор. Не было никаких наводок и там подозрений, что там какие-то там емкости влияют, что еще что-то, длинные провода. Вот индуктор, не знаю, может, и не в ту сторону намотал. Вот как видно, тут, вот тут начинается вот так мотается. А индуктор вот тут начинается. Вот, так. Вот это начало. Синий конец. По 5 метров два провода соединены. Были двухжирные кабели, 5 метров, я их соединил, белую изоленту брал, и вот такие на провода остались. Раньше ставил 0,33 микрофарад, думаю, может, можно ниже частоту поставить. Осциллограф у меня такой, тоненький провод, втыкнут в поролон. Вот этот наводок, качер, когда есть, показываю. Вот я смотрел, вот этот я не совсем понял, нужно подключать, как понять, перед конденсатором, после конденсатора. Могу тут подключить, могу тут, но как-то ничего не меняется. И тут притухает, и тут лампа притухает немножко. Вот скачер, скачер уберу так. Ничего не будет притухать. Можем попробовать поставить конденсатор 0,33 микрофарад.
поставил, по сути, ничего не поменялось. Тут тоже где на резонансе теперь вспышка есть, тут притухание. Транзистор у меня 50N06. Это такой сам. Можно одну лампу выкрутить, посмотреть, что там. Яркость самая тут поменялась. Сейчас попробую убрать. Ничего не поменялось. Некоторые говорят, почему так темно. Не темно тут. Камера так снимается, темно. Вот один или два ветка первичка. Под конденсатор минус. Между плюсом и минусом. Резче удар был. Меньше потерь. Все.